Всем привет, с вами Родион, и я снимаю свой первый подкаст. Для меня это очень хорошая новость. Я нашел Fraps 355, ну, для снятия экрана, чтобы игры снимать, как я прохождение делаю. Так-то у меня очень интересные прохождения, просто я никак не мог найти программу. Искал, можно считать, целый месяц его, программу. Просто мне надо было найти программу, чтобы она была без вирусов, всякое такое. Но я никак не мог найти эту программу, сайт безвирусный. Называется он Bit2Bit. Многие, наверное, знают. Там я закачал Fraps. Fraps 355. Это первое. Второе. Второе, какие я буду игры снимать? Пока что Майнкрафт. В ближайшие недели, я точно говорю, буду снимать Saints Row 3. А может еще какие-нибудь игры? У меня скоро будет большой праздник. Ну, для меня. 15 подписчиков, для меня это очень хорошо. Потому что я давно не заходил на YouTube. И, ну, подписчики меня, правда, удивили. Многие меня поддерживали на некоторых роликах. Я им большое спасибо говорю. Ну, вот. То, что я хотел вам рассказать. Буду говорить, я ролики часто буду снимать. И, короче, все будет хорошо. Наконец-то я возобновлю свои игры и буду опять снимать. Каждый подкаст будет, ну, сниматься всегда. Ну, даже я не знаю, когда будет следующий подкаст. Но я знаю, когда мне придет в голову интересная мысль, я его обязательно сниму. Я вот вам хотел задать вопрос. Знаете, у многих, кто играет в игры, есть клички всякие. Я вот вам задаю такой вопрос. Какую кличку мне б дали? Только нормальную. Не идиотскую какую-нибудь, а нормальненькую такую кличку. В комментариях напишите. И, кстати, в описании я вам напишу Fraps, если что, и сайт. Ну, такой маленький подкаст я снял. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь. Для меня это будет очень хорошо, если вы подпишетесь. Ставьте лайк. Ну и всем пока.